Я вітаю вас, друзі, в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Це розмова на тему «І якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас». А тема нашої сьогоднішньої розмови, звичайно, День міста. День народження нашого міста Миколаєва. 226 років ми будемо відзначати, вірніше, ми вже сьогодні відзначаємо і завтра будемо відзначати. Тож, я з задоволенням представляю вам нашого гостя. Поет, філософ, добрий чарівник Аркадій Суров. Аркадій, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы приехали к нам в студию. И в день дня рождения города Николаева, конечно, мы приглашаем в студию людей, которые очень неразрывно и сильно связаны именно с городом Николаевым, с его историей. Вы, как никто другой, очень ассоциируетесь у николаевцев именно с николаевцем, потому что все ваши стихи, они пронизаны любовью к городу Николаеву. Но еще я сказала, что вы философ и добрый волшебник, дорогие телезрители, об этом чуть позже, такая маленькая небольшая интрига. А сейчас, пожалуйста, Аркадий Суров. Аркадий, 226 лет тому назад светлейший князь Григорий Потемкин основал город Николаев и назвал его в честь святого Николая Чудотворца. Казалось бы, это было вчера. Аркаша, помнишь, как это было? Конечно, конечно помню. Мне это уже 316 годов, молодой я был, зеленый. Конечно, я помню. И светлые были дни, трудные, очень какие-то пронизанные риском, открытые, искренние. Город рос, рос город, империя строила город. Это было круто, честно говорю. Возили людей, ломали берег, возводили дома. Ну, строить города – это вообще серьезно. Вот, поэтому вот не медленно и не быстро, но 226 лет-то пролетело. А это много или мало для города 226 лет, как вы полагаете? Аркадий? Ну, я думаю, что это уже какая-то зрелость. Это уже, ну, как бы юность миновала, да? То есть это уже какой-то более-менее зрелый возраст. И когда город уже может отвечать за себя, когда город уже сформирован. И, безусловно, мы, конечно, судостроительный город, и наша суть, наш смысл исключительно в этом. Конечно, сейчас это все немножко завалилось, да, но уже были такие периоды в городскую историю. Я думаю, что мы справимся. Все равно, ну, другого значения у нас нет. У нас нет другого выхода, кроме как вернуться к судостроению. Мы к нему вернемся. А тогда такой встречный вопрос, а нужно ли судостроение сегодня? Глупо. Нет, ну, глупо, что значит, ну, конечно, нужно. Ну, корабли плавают, моря не высохли. Не высохло. Ну, чего же оно будет не нужно? Конечно, нужно. Кому оно нужно? Как оно нужно? Это все другой вопрос. И сейчас идут эти все процессы изменения структуры земли. Ну, я имею в виду большой общемировой расклад меняется. И, конечно, он поменяется, и сейчас мы еще не понимаем, как все будет, но корабли будут строить все равно. Я верю в это. Это вера. И даже я бы больше сказала, дорогие телезрители, это не только вера, это твердая уверенность, которая звучит из уст доброго волшебника, нашего сегодняшнего гостя Аркадия Сурова. Аркадий, у вас есть замечательные совершенно стихи, как я сказала, пронизанные любовью к родному городу. И я бы хотела, чтобы наш эфир сейчас проникся этими замечательными стихами, энергетикой этой доброй и светлой. Ну, сейчас мы празднуем День города, и я думал, какие читать стихи, но я понял, что вообще все мои стихи, они о городе, потому что я действительно очень сильно и неразрывно с ним связан, и они все о городе. Даже если, ну вот, например, мой дядя,
был капитаном. И брата волны болтают. По 9 месяцев в рейсе. Какая уж тут семья, но Бог моряков целует. И смотришь, а подрастают у всех, у бродяг, у флотских, кудрявые сыновья, вихрами явно в Нептуна. Они все бегают к порту, встречают и провожают отцовские корабли и, как положено, в сроки уходят из дома к черту. И ждут их женщины в бухте на самом краю земли. И, конечно, бухта и край земли – это, безусловно, наш Николаев. Ну, конечно, да, конечно. Есть ли что важнее, чем семья? Ничего, я это точно знаю. Моя мама – сварщица, друзья. Как в народе говорят, сварная. И не просто в ЖЭКе где-нибудь. На судостроительном заводе ей медаль повесили на грудь. У нее авторитет в народе. Корабли ее, ее сыны. Или, может, дочери, не знаю. Только этих баллов не волны я своими братьями считаю. Вот такая у меня семья. Братьев где-то океан шатает. А со мною сварщица моя, заводчанка, мама дорогая. Как красиво, правда, телезрители? Как по-доброму, как светло и как радостно. Вот по-честному, просто радостно, Аркадий. Сейчас еще, вот тогда еще. Ну, вот такое городское. Мой потерянный город, мой город, которого нет. Ты как старое фото в тяжелом семейном альбоме. Там усы и фуражки, там блеск золотых эполет. И девчонки с глазами невест в гимназической форме. Ты струишься туманом по набережным и мостам, проступаешь граненным булыжником из-под асфальта, и высокая слава заводом твоим и портам, как и прежде жива, как военная старая карта. Ведь когда-нибудь кончится жизнь, как любая работа, и останешься ты, вечный штаб Черноморского флота. Аркадий, наш город, как мы уже говорили, и вы были тому свидетель, строился как... Сначала была верфь, потом вокруг этой верфи верфь обрастала другими верфями, и потихонечку стали строить город. Изначально он строился как город, который будет строить корабли, и таким он остается и сегодня. Но есть, вот как это ни грустно, но есть такие моменты в истории, когда город перестает существовать. Конечно, наш город, это, надеюсь, минит чаша сия, но тем не менее... Почему вдруг города перестают существовать? Столько в них вкладывают любви, там живут люди, и вдруг они перестают существовать? Ну, как вам... Есть, как водится, два ответа, да? Первый ответ. Меняется мир, то есть меняются пути... Уходят караваны, начинают идти по-другому, технологически что-то изменяется, и город перестает быть необходим людям. Такой материалистический ответ. И другой ответ. В городе перестает жить кто-то, кто отвечает, кто насыщает, кто наполняет. Ну, как бы из города уходит любовь. И когда она уходит... Конечно, он ну, умирает, как дерево, из которого уходит жизнь, и оно засыхает. Какое-то время еще стоит, на него садятся птицы, а потом оно падает и ложится в землю. Как вы хорошо сказали, уходит любовь, а когда уходит любовь, то заканчивается жизнь. Потому что Бог есть любовь, и любовь, она правит миром. Даже не красота, потому что Бог есть любовь, а любовь рождает красоту, а красота спасет мир. То есть любовь рождает красоту, и они идут рука об руку. Если оскудевает любовь, то тогда и заканчивается жизнь. Дорогие телезрители, я очень-очень сильно надеюсь, что в наших и в ваших сердцах не оскудеет любовь. И есть любовь, тогда есть и жизнь, есть и город. Аркадий, стихотворение про любовь. Любовь. Ну, что поделаешь с любовью? Она смеется и поет, она плюется черной кровью, убить захочет
так убьет. Сломает пальцы, петь заставит, укроет, переворошит, сожжет, запутает, отравит, сожмет, в объятиях удавит. Но без нее не стоит жить. Я тебя не убью, потому что меня ты любила, целовала в глаза и на завтрак варила яйцо, и к утру забывала обиды и боль уводила, и на хлеб не дала обменять золотое кольцо. Я тебя не убью, потому что ты ждешь меня ночью, и в окне на втором этаже твой фонарик горит, потому что люблю твою стать и болтливость сорочью, и скучаю в разлуке с тобою, и сердце болит. Аркадий, вот когда в сердцах людей оскудевает любовь, то мы можем наблюдать страшные и разрушительные явления. Это как и войны, и как взаимная неприязнь людей. Человек должен любить. Но невозможно любить всех, но одновременно с этим нужно любить жизнь. Вот тут мы коснулись уже, как я говорила нашим телезрителям, Аркадий Суров, это еще и философ, и это философский вопрос, но он... Правда, он очень-очень серьезен. Как любить, а если в сердце нет любви, что тогда, Аркадий? Если в сердце нет любви, если в сердце нет любви, ты погибнешь. Погибнешь просто и все. И великий инстинкт жизни, да, который в человеке заложен, самосохранение, продолжение, он заставит человека куда-то эту свою нежность направлять. Он может любить котенка, конечно, близких, да, он может любить цветок, но он будет любить все равно. А как... Любовь – это практика, это очень тяжелая жизненная практика. И, ну, условная аналогия, там, йога, да, там, вера. Любовь – это вера. И... А веру не обретаешь один раз, приняв крещение, да? Это процесс, его нужно все время создавать, работать. И, ну, конечно, это труд. Не все хотят трудиться. Ну, человек по природе своей, он больше склонен праздновать, да? Вот. И, но... Есть все равно какие-то точки, есть какие-то точки в году, когда это в человеке поднимается, он идет там и празднует рождение Христа, празднует там воскрешение Христа, празднует еврейский Новый год, празднует хиджру. Человек находит, что праздновать. Ему нужно куда? Празднует день рождения детей, празднует день города. Это правильно. И вот в эти моменты в человеке поднимается, ну, не поднимается, открывается этот светлое окно, и из него, и в него входит любовь. Я так думаю. Есть такая хорошая поговорка: чем больше даешь, тем больше получаешь. И чем больше даешь любви, тем ты больше получишь любви. Но нам могут возразить, что сегодня не до любви. Сегодня жизнь такая жесткая, требует от нас совсем других человеческих качеств. Ну, понимаете, как бы... Это я, а я могу возразить и сказать, а это не жизнь, это информационное поле нас заворачивает в эту сторону. Потому что человек, который дальше от Бога, дальше от любви, он более порабощен, им легче управлять, его легче направлять в ту или иную сторону. Отними у него, ну, внутреннее величие, равность Богу. И как бы, а потом еще и семейную ролевую практику. То есть с разрушением семьи и близости к Богу человек просто остается винтиком в государственной машине. И, ну, просто рабом чьим-то. Вот, мне кажется, вот эти процессы идут, но человек все равно сопротивляется. Ну, его невозможно, ну нельзя. Этого сделать нельзя. И чем больше он будет придавлен, тем сильнее он потом воспрянет.
Ну, к сожалению, вот мы оказались в такой период. И причем, ну, говорить, что к сожалению, даже и неправильно, ну, просто такой период. Угу. Вот, может быть, это период для того, чтобы мы осознали? Конечно. Какие... Мы слишком долго праздновали и веселились. И приходится теперь вот осознавать, что, для чего мы, а кто мы, а зачем мы. То есть для чего? Вот третий холодильник, второй автомобиль, загородный дом. Вот это цель? Вот какая цель? А зачем? А как нужно прожить день? Побольше заработать денег? Один ответ. Ну, сделать хоть одно доброе дело? Другой ответ. Какое доброе дело? Ну вот загляни в себе в душу, и ты поймешь, какое доброе дело. Это такая практика, немотивированная раздача. Идешь просто по городу и что-то хорошее делаешь. Вот так. Мне кажется, так. Но я понимаю, это звучит пасторски, наставительно. Нет, не пасторски, не наставительно. Если на самом деле это не сложно, это вообще все легко. Вышел на улицу у себя во дворе и помог кому-то. И пошел дальше. Самое главное, не делать из этого торговлю. Любовь – это не торговля. И думать о том, что... то есть вот привязывать вот этот момент, когда я вот столько, а мне за это вот столько. Нет, вот этого не нужно. Вот этого не нужно ни в коем случае. Я для них столько. А они мне ничего. Да. Знакомые очень ситуации. Ну, конечно. На самом деле... Человек получает радость, счастье в момент, когда он что-то делает для кого-то. Уже получает. Если ему вдруг что-то пришло за это хорошее, это бонус такой, слава Богу. Не пришло, значит придет другой раз. И вообще оно приходит не за это, оно приходит потому что. Вообще любовь не за что-то, а потому что. Да, и творить дела любви нужно не для того, чтобы что-то получить, а просто потому, что иначе ты не можешь. Ну тебя так тащит, тебе от этого хорошо. Ну, то есть чего? Мне уже хорошо, уже. Аркадий, вот мы сейчас празднуем День города, и эти дни такие окрашены в такие... чудесные тона и даже немножечко осенние тона, потому что вот у нас, смотрите, телезрители, замечательный уже такой букет осенних листьев. Но по старому стилю осень наступит лишь 14 сентября. Это новолетие, но есть еще одна дата, более древняя, Аркадий. Да, мы входим в еврейский Новый год, это 5776 год. Шестой год сотворения мира. Вот. Праздник очень хороший, светлый, радостный. Нужно есть мед, яблоки и веселиться. Ну, радоваться. Вообще, что происходит в Новый год? Мы радуемся. Ну, в любой Новый год мы просто радуемся, пересекая эту границу. А говорят, что Новый год, любой Новый год, это время подводить итоги. Так что, подводить итоги или радоваться? Ну, радоваться, когда мы подводим итоги. Подводим итоги, смотрим, ох, какие хорошие итоги, и радуемся. Да. Нет, на самом деле же ведь всегда можно посмотреть с какой-то с негативной точки зрения и с позитивной точки зрения. И мудрость... зрелость человека в том, чтобы он смотрел и видел плюсы, то есть хорошее. Конечно, всего поровну всегда. Всегда всего поровну. Все в балансе. Что-то приходит, что-то уходит. Что-то хорошее, что-то плохое. Но все зависит от нас, на чем мы концентрируемся, куда мы направляем наши душевные силы. Вот Аркадий, как вы полагаете, хороших людей больше, чем плохих? Или плохих людей вообще нет? Есть просто люди, которые еще не поняли, что они хорошие. Понимаете, это очень такое простое деление, это как черное и белое. Плохое и хорошее, это как черное и белое. Но мир, он же не такой, он весь в оттенках. Он все ситуативно, все конвенционально. Но трудно понять, как понять, какой человек. Вот вы обращали внимание, да,
конечно, да, сейчас я буду говорить праздничные вещи. Вы обращали внимание, что происходит, когда умирает человек, да? То есть моментально возникает мифологический какой-то процесс. То есть у него сразу выходит хорошее, да, и плохое так немножечко уходит. Вот. И это происходит, вот так это происходит. То есть это процессы подвижные. И вообще ясно с человеком все становится только на момент смерти. Ну, то есть, когда можно подводить итоги. Да, а до этого времени... прочитаю стихотворение. Такое хорошее, позитивное. Я собираюсь умереть в субботу. В субботу ведь не ходят на работу. В субботу повсеместно выходной. И буду похоронен в понедельник, а до того, как истинный бездельник, я поваляюсь, лежа вниз спиной. И будет мне дано 2 дня на сборы, я буду тих. Не стоит разговоров мой дальний и неведомый мой путь. Я размешаюсь, растворюсь в нирване. Ну, может, звякну ложечкой в стакане, когда решите обо мне всплакнуть. Да ну, не плачьте, я ведь жил счастливо. Закат бесился, зацветали сливы, и женщины дарили мне духи. Я вишни ел, и я нырял с причала, и мать река волной меня качала. И я оставил городу стихи. Стихи о городе, стихи о смерти немножечко, но очень позитивно, да, что в городе остаются стихи. Но в городе много чего хорошего остается, конечно, и это очень здорово, Аркадий. И мне кажется, что я думаю, что николаевцы любят свой город, несмотря ни на что. Хотя часто говорят, что ну что, Николаев, да, это отсюда надо уезжать, здесь ничего, здесь нет никаких перспектив. Возразите, Аркадий. Ну, это любовь. И я скажу, что вообще-то я находился ровно в такой же позиции. Я как-то город, ну, как-то прохладно к нему относился. И я служил когда в армии, а служил я в Беларуси. И, в общем, вдруг мне стал сниться Николаев. Я так как-то, причем какие-то не мои уголки. Ну, то есть, не мои перекрестки, какие-то 5 углов, Пушкинское кольцо. Я очень, сейчас я прочитаю стихотворение. Это было зимою, я помню, в стране, состоящей из лесов и болот, и она называлась на «Б». Я лежал под бушлатом на узкой кровати скрипящей, и метель, завывая, свистела в моей голове. От мороза трещали в лесу голубые березы. Я уснул, наконец, и почувствовал, где-то во сне мою щеку царапает ветка кривой абрикосы, и листвой шелестит, или печет о близкой весне. Прорали подъем! И еще одна ночь миновала, и неделю царапина щеку мою покрывал. Ну, это из цикла «Абиссинский ноктюрн». Я отдавал городу, да, то есть я, да, ну, и в общем, когда я вернулся из армии, я вдруг, ну, понял, что я вернулся домой, да, и любовь, понимаете, ну, как бы, вот мама, да. Мама, может быть, со стороны у тебя и такая, и такая, и такая, и сякая. И сякая. Но это же мама. Ну, мама не бывает плохая. Ну вот мама такая, люби ее, это мама. Вот. И ты действительно, ну что у тебя есть еще-то, кроме мамы? Ничего. Вот ты ее и любишь. Вот это относится и к любви к городу. А если человек такой вот, если у него нет мамы, ему все равно какая мама, так ну он... Его жалко, у него нет мамы. У него и там мама, и там, везде мама. Так у него нет мамы. Ну, поэтому Николаев. Николаев, вы прекрасно, прекрасно знаете, да, мы прекрасно помним, что Николаев создавался как большой военный гарнизон. И он насыщался людьми как бы совершенно рабочими, да. И более того, какими-то там...
пригнанными откуда-то насильно. То есть Николаев это в определенной степени военная каторга. Однако, здесь существует большой, очень мощный творческий родник. И огромное количество людей отсюда вышло. Ну, уехало, почти все поезжали. Я могу эти все имена перечислить, вы их прекрасно знаете, этих известных на весь мир. Ну, не успеваем уже, Аркадий, уже все. Да. Уже заканчивается эфир, к сожалению, он пролетел как одну минуту. Друзья мои, люблю вас, поздравляю вас с Днем города. Будьте счастливы, обязательно. И мы обязательно будем счастливы, потому что так пожелал нам наш добрый волшебник. А все его пожелания, поверьте мне, они все исполняются. Аркадий Суров, поэт и добрый волшебник. Друзья мои, и помните, пока в нашем городе есть любовь, наш город будет существовать всегда. Це була розмова на тему. На все добре.